Закаленная и плюс еще с низкоэмиссионным покрытием. Закаленная с низкоэмиссионным покрытием. Да, внутри воздушная камера 20 мм. Закачивали смесь инертных газов. Аргон и криптон. Да, цена там достаточно высокая получилась. Да, но требования мы его, в принципе, выполнили. Но там, значит, получилось вес одного квадратного метра где-то порядка 100 кг, а площадь самого стеклопакета около 12 метров. Пластмасс, пластиковые окна больше 3,50. Ну, сидели, это было. Ну, 3,51, ну, 4 метра в ширину. Да, ну вот мы эту конструкцию также делаем из дерева, и есть сегодня вероятность сделать ее из пластика. Да, смелее. Да. Одной рукой легко управляется. Закрывается, да. И эта же конструкция может открываться на проветривание. Здесь также стоит двухкамерный стеклопакет, то есть три стекла, две воздушные камеры. Есть возможность усилить это стекло. Прочность закаленного стекла и здесь опять же в прайсе есть эта конструкция, рассчитана в нескольких вариантах. Я, наверное, возьму себе отдельный. Да, конечно, я вам все там. Значит, вот это наклонно-сдвижная система. ПСК портал его еще по-другому называют. И он в сосне, в лиственнице, дуб. И ПВХ профиль есть. Ты и если здесь снимаешь, лучше отсюда. А, ты вот так? Хитрого. Отлично. Угу. Все, я беру вот эту штучку. Да, конечно. Давайте визиточку. Да. Значит, окно. Смотрите, у вас стоит пластик, он на песок делает? Нет. Опять же, его же надо делать. Сайт не рабочий? А, нет, он рабочий. Но он посвящен там одному проекту, крауд некому проекту. Он к этому, к этой теме, по которой не здесь, он как-то не имеет. Ну, в любом случае, любопытно будет. Да, спасибо. Всего доброго. А все равно даже домики могу делать.
сайте есть, да? Все, все вот это. Вас это интересно заинтересовало, да? Давай тогда, что, на чем мы остановимся? Давай я с ним тогда проговорю, если он дойдет. Все, что вы здесь видите, это стоит 210 тысяч, на сколько. Все целиком по каналу здесь есть полностью. Вот это баня. Да. А вообще цены варьируются от 90 до 300. В зависимости от той комплектации, которую вы выбираете, от той модели, которую... Модели порядка 50, вы их все можете посмотреть на сайте. То есть они разные формы, разное количество диаметра, разное количество помещений, разные конфигурации полков, печей, там, ну, в общем, все можно посмотреть, чтобы выбрать то, которое вам наиболее подходит. Есть вход отсюда, есть вход сбоку, если, допустим, с торца нельзя, есть вход сбоку специальный банк. Прелесть. А это вы можете выбрать тот вариант, который... А банник построить? Банник, детские дома. Вот, потом для них есть купили, для них есть туалеты, душевые домики, собачьи будки, домики для... Это все ваши. Да, вот тут, так, здесь можно картиночки еще. На сайт можно войти, можно тоже все посмотреть, что вы можете. Вот детские домики, вот купили, где потом будет. Есть еще туалеты, душевые, кабины, собачьи будки. То есть они все в таком стиле делаются, чтобы можно полностью оборудовать свой участок. А такой вопрос, купель, она деревянная купель? Да. Либо ель, либо лиственница. Ну понятно, будет рассыхаться, надо, чтобы с водой постоянно стояло. Это натурально. Ну, понятно. Ладно. Спасибо. Пойдем вовнутрь. Ты там уже был? Я уже. Извините, что так, без спроса. Черт, без спроса, наоборот. Ну вот, Ярослав, прекрасная банька. Чем? В общем, принцип минимализма. Очень минимальненько все.
Форма, если обратить внимание, она не круглая и не квадратная, она форма вот такой вот восьмиугольничек. Поэтому можете полежать. Есть вариант такой печкой здесь, есть вариант печкой там. Посмотрите, то есть вы выбираете тот вариант, который вам больше удобен, который вам больше нравится. А это что за дерево? Ель, только ель. Ель, просушенная ель, до влажности. Она не плачет. У ели самый низкий коэффициент спалистости. У нее коэффициент спалистности 2 миллиграмма на 100 миллиграмм древесины. Просто противоположность сосны, у сосны 6 миллиграмм. В 3 раза. А вот там всякие осины, абаши нет? Ну, осина не очень будет очень долговечна. Из осины и слизи болит, как правило, мы с ней никогда не делали. Нет, заходите. Поэтому здесь еще его можно сделать из ели. Это 2,20. Тут уже парится. Веника нету. Сосна просто будет очень сильно плакать, да. А кедр хорошо плакать, но вероятность того, что можно плакать, если это не канадский. Я понял. Потому что сибирский кедр – та же самая разновидность нашей сосны. И вот так прям раз, привозишь, ставишь, за один день все. И вечером, как вечером, вам звезд манипулятор, можете поставить. Только водичку. А клюша нет, да? Ну, есть, может быть, отдельное отделение, третье. Можно мыться здесь. Его можете оборудовать душем, если вам его удобно. Здесь, как таковой, мы душем не занимаемся. Сантехническими вещами мы не занимаемся. Вы уже оборудуете. Его же не надо согласовать. Да, можно на берегу поставить. Да, у нее нет требований согласовать. Можете поставить ее рядом на своем участке, прям вплотную к забору, к соседям. Даже как бы она не является постройкой. Поэтому в данном случае вы никаких согласований не осуществляете. Поставили, если даже не понравилось, что-то возник конфликт, вы ее можете передвинуть. То есть эта вся мобильная конструкция, она всегда может быть сдвинута с места. А вес у нее от самой маленькой, от 700 килограммов до 2 тонн. Вот как раз сюда и нужна такая. Вот. Там водохранилище большое, оно просто на картинке не поместится. Да, да. И вот на берегу, да, получается? Да. Одно или несколько вы хотели? А, городок целый, да, какой-то? Не, ну тут целая эта деревня, и у нас тут есть, вот мы тоже думаем строить там, чтобы в аренду сдавать. Там, ну вот как раз вот, такая ситуация была бы очень интересная. Ну вот мне ваш коллега рассказал, что у вас еще домики какие-то на... Домики мы сейчас хотим начинать, да, домики хоббита такие вот, как раз вот, как для рыбацких, как у водных можно. Павел сказать. Николаевич, а можно вашу визиточку? Отлично. Вот с вами можно технические вопросы. Да, все, что касается технологии, изготовления, производства, это как раз все мои вопросы. В Москве находитесь? Ну, хоть да, Енисейское, производство мытищек, а сам офис находится в Москве. Отлично. Ну и региональные сети уже обширные. У нас сейчас 21 регион по России. Здесь немножко от круга отступили. Почему? Потому что, чтобы увеличить немножко площадь мощь. Если ее сделать квадратной, то немножко возникают проблемы, связанные со сливом. То есть должна быть все-таки покатая крыша. И вот здесь, чтобы бока не затекали. То есть если она абсолютно ровная, то немножко в этом случае могут быть проблемы, что вода может течь по краю. Хорошо, вот а пар, когда раз... подаешь, он, значит, поднимается вверх и пошел. Да, по всей равномерно, равномерно окутывает все помещение. Очень купленные бани хороши. То есть у вас... сразу все здесь, и по объему помещения всего лишь порядка 7 кубов, очень быстро, летом прогревается за полчаса до 100 градусов, зимой при минус 20 за полтора часа, то есть бросили 4 полена, пошли чай попили, пришли у вас уже в манерку. Хорошо, а если увеличить немножечко, то... Есть до 6 метров. До 6 метров, а 6. Это сколько метров? Это 4. Это 4, то есть до 6? 2,20 и там... То есть следующую помывочную можно сделать? Можно сделать третью, можно вообще сделать просто из двух отделений, но побольше размер. Не, ну нужно же где-то посидеть, и посидеть лучше, конечно, вот последним, да, да. Там раздеться, ну, вот все, самая потом такая помывочная. Банька, и... которая вот из трех отделений, которая... Вот эксклюзив, у вас вход по центру, потом так. Комната отдыха, а влево, допустим, парилка. Или наоборот можно сделать как вам угодно. В этом случае вы вообще независимо. То есть вы вошли, здесь же центр, это помывочное отделение, тут ополоснулись, прошли в комнату отдыха, посидели, чай попили, опять пошли в парилку, посидели в парилке. Можно, то есть такой вариант. То есть вход сбоку, есть отсюда. У нас даже были заказы, когда было два входа. Отсюда вход, отсюда выход. Там река была прям. То есть он отсюда заходит париться, а тут прыгает в прорубь. Ну, не в прорубь, а такой мостик рыбацкий. То есть можно с двух сторон входа сделать. Можно на понтоне поставить. На понтонах у нас есть бани, на нашем мы тоже продавали. И нас понтонами есть... не занимаетесь? Сами нет, понтонами занимаются наши как бы, партнеры, а мы им просто поставляем а бани. Кто? Ну вот у нас было какая-то не систем, как же. А какие понтоны? Бетонные или? Нет, а у них пластиковые трубы какие-то крупные. То есть через вас можно тоже найти? Да, и у нас был человек, который... Сейчас один.